Сыграем в одну игру. Задание на дом: уничтожить 5 танков, играя в тост с бомбермена. Либо на рада, скидывая бомбы вверх ногами, чтобы высирались через спинку. Покажи, что такое тост-бомбинг. Открываю. Сброс бомб с кабрирования. Если при пикировании самолет устремлен вниз, то при кабрировании наоборот, вверх. После того, как бомба отцепляется, машина быстро удаляется. Бомба еще некоторое время продолжает набирать высоту, а потом практически отвесно падает на цель. Алиса, блядь! По АТМ-16. Хорош! Тибер стоит справа, дрочит, что тут сяд. Твоим любимым. Хорош. Но челлендж выполнен. А вы не хотите повторить?